Какой городок? Такой типичный городок. Через 30 метров вправо. Алди обязательно. Здесь очень все скомпликовано так. Давай где-нибудь остановимся. Надо искать. О, вон церковь. Ой, то есть костел, церковь. Надо найти вон за той машиной. Ну, как всегда, топит углем. Тут все занято. Вот туда слева. Наверное, можно, знака нет. Ну что, прямо против ворот остановимся? Нет, мне не против, я же подъеду. Заказ паркования. Ну вот же я дальше поехал. Угу. Доехали. И теперь полазим. В таком маленьком городке есть вот такая вот симпатичная саля концертова. Даже зал для концертов есть. Ну, мы сейчас вот сюда вот двинемся. Туда вот вперед посмотрим. Костел посмотрим. Вот белое видишь, можешь фотки делать, когда снимаешь. А-а-а. Ну, продолжается. Все. Да? Но здесь очень сильно пахнет углем. Видимо, у них вот в этом городе центр. В каждом городе есть рынок, площадь. Это как бы центр города. Вот-вот, там какие-то, ага, каток, народ. Город живет. Даже маленький каточек есть. Снега у нас нету. У нас вообще в этой зимой снега не было. Такое красивое название. Высокая башня. Костёл. Иоанн Павел II. Холодно что-то сегодня. Похолодало. Красивый костюм. Наверное, кончилась мша. Не наверное, а точно народ идет с костела. Воскресное место – это святое дело. Мы попали, сейчас как прочитали, забытковый парк Габсбургов. Тоже все в центре. Посмотрим. Здесь, оказывается, такой парк большой.
И сюда вообще можно на целый день, например, летом приехать. Очень красиво. Но сейчас-то, конечно, все еще зелени никакой нету. И вообще уже так вечереет очень быстро, поздно. Но летом здесь классно. Ну вот я даже не знала, что такая красота есть в городе Живец. Вот еще есть пиво Живец, Живецкий или Живец. Это, наверное, вот знаменитое пиво. И это как бы музей вот пивоварни, да? Как она выглядела? Как она выглядела. Ну, вот там сейчас все закрыто. Ну, такие фигурки интересные. Там можем пройтись назад. Вот это такой вот здесь, вот, как мы поняли, это музей. Так интересно, маленькие домики разные. Вот интересно было бы туда внутрь, конечно, пойти погулять, но... И вообще здесь прекрасный парк, прекрасный, большой, красивый парк. Здесь обалденно летом. Ну и напоследок, это уже совсем темно, не знаю. Мы сейчас стоим на рынке, Костя курит и поедем. Вот так вот сегодня нежданно-негаданно мы побывали в таком милом городке, который называется Живец. Здесь вот везде кафешки. Кафешки очень такие приятные, ну, как и везде. Вот. Так что, если кто здесь в Шленском воеводстве обитает, можете посетить этот город. Здесь прекрасный, прекрасный парк. И надо сюда приезжать летом.